Добрый день! Представляю вашему вниманию тонуковки женские, первый сорт, Польша. Подробная информация в ссылке под описанием. Начнем с такой тонуковочки. Горловина на пуговичках, евро 48. Так, здесь у нас размерчик S-очка, XL, L-ка. L-очка есть небольшое загрязнение поверхностное. ML, спортивный трикотаж LXL, евро 48,50, S-очка на 10-12 лет. Так, здесь у нас размерчик L, H&M размерчик S имеется, нет, не S-очка. Размерчик М. Имеется небольшое загрязнение поверхностное, но легко удаляется. H&M размерчик не указан. В рубчик, я думаю, что это М-очка. Здесь у нас XS. Джессика LXL. L-очка. Имеются небольшие загрязнения. Так, здесь у нас евро 36. Так. ML, евро 38,40, M-очка, имеются катышки небольшие, евро 36, Shein XS с высоким воротничком, L-очка, евро 46. Так, здесь у нас М-очка, L-очка, XL, 2XL, L-ка, 42 размерчик, L-ка, S-очка, L-очка, XL. Здесь у нас М-ка в рубчик. Евро 38,40. В рубчик L-очка укороченная. Так, здесь у нас М-ка. S-ка. L-очка. Такая красивая тонковочка с подплечниками. Так, здесь у нас с высоким горлышком размерчик ML. С высоким горлышком. Евро 44. Здесь тоже с высоким горлышком S-очка. Так, Esmara XL. Имеются небольшие загрязнения поверхностные. S-ка. XL. Евро 38. Zara S-ка укороченная. Так, и здесь у нас LXL. На этом все. Спасибо за внимание. Подробная информация в ссылке под описанием.